Привет. Привет, О, наконец-то ты снял кепку. Ой, ты что уже сделал? Боже, Егор. Ой, шикарно. А как ты переставил сам холодильник? Я его могу и так поднять. О, Господи. Ой, слушай, как хорошо. Ой, вообще, спасибо огромное. Красиво. Тут работает и розетки эти все. Ой, вообще, а в туалете? Там лампа перегорела. А, ну там тоже будет, да, наверное, работать? Это? Да, я только что снимал лампу, проверял. Тебе такая татуировка на шее. А, ты вставлял лампу на горе, да, вот это, вот та штука, да? Где зеркало? А, ну, просто лампочка надо, да? А розетки тоже укрепил, наверное, да? Потому да, что... я ее перевернул, потому что здесь, короче, под кафелем она, короче, не держалась. Там пустота под кафелем. Ой, слушай, здорово. Вот так вот, смотри. Спасибо, Егор, огромное. Вот фаза. Ага, я вижу, да, что-то сверкает. Работает. Ага, а вот такие надо, да? Да, вот сюда две. Две такие. А вот сюда, как их назвать или что? Что мне сказать там вот в магазине в электрическом? Это просто выкрути образец. А, взять и поднести, да? Они должны быть такого же цоколя и такого размера, да? Чтоб, да, да. Чтоб она по длине, да, не утонула, да, или чтоб... Ага, только чтоб светлее было, да? Да. Я понял. А ты не сможешь мне достать как-то? Выкрути. Одну, да, вот такую. Выкрутись. Да можно, где хочешь, да. Ой, слушай, прекрасно. Мне кажется, и вот так вот, спасибо. И вот так вот места очень много. Угу. Даже, ты знаешь, вот так вот хорошо. Даже люди вот зашли, сели и доступ. Получается, что розетка просто, там нет питания за этим. И вместо того, чтобы оно шло через всю квартиру, видишь, да. Все, вообще молодец, спасибо огромное. У меня это была миссия невыполнима. Так. Ты не спешишь, пошли кофе попьем в этом. В общем, Егор посмотрел, и действительно, я вот сюда заглянул, я не видел, там внутри дранка. То она и сыпалась, когда я лампочку выкручивала. Я думаю, что оно сыпется? А то оно и сыпалось, что дранка сверху. А что ж оно дранка? Неужели дранка? А что ж оно тогда бетонное перекрытие называется? Железобетонное. Может, тут частями как-то идет. Ну, мне тоже кажется, что вот, может быть, на кухне, может, оно... Где-то дранка, где-то бетон, непонятно. А что ты говорил за проводку? Что что-то... Ну вот эту можно вот эту будет, да, сюда подвинуть? Да, конечно. Ну ты мне поможешь тогда, если что, с люстрой? Что-что? Поплевать будет, да? Ну да, тут я попрошу Андрея. Вот эти обои снять. Да, я их хочу снять, просто это самое зашпаклевать и покрасить. И цвет хочу перекрасить, вот это коридором, ничего не впечатляет он. Ну, дранка просто, ну как же на дранке оно держаться, мне что-то кажется, вдруг оно упадет. С дранки не свалится. Да, смотри, брыть. И неужели, наверное, тут дранка, да? Ну, а что, если постучать, оно же слышно, да? Да. Ну, у нас там штукатурка, может, какая-то есть. Штукатурка, а сверху дранка. Такое, как это самое. Дранка. Так, хорошо. А ты сможешь со мной залезть вот сюда? Да, тут открыто. Здравствуйте. Скажите, у вас крыша не течет? Нет. Нет, да? Там вроде нет, пока дождей не было. Но вы ждете. Своя родная протекает, главное, чтобы вся не текла. Еще хотел спросить, вот на потолке что, дранка в квартирах? Дранка? Ну, дранка такая, знаете, как это с глиной, вот такая деревянная, такие полосочки. Как... Значит, дранка. А вы не делали, да? Не, я не делал. А, я понял. Хорошо. Так, как же сюда залезть? Господи, помилуй. Аккуратно, смотри, чтобы не оторвалось. Там этот валик, побачишь всю дранку. Прикинь, херак и полетел.
Боже мой, что ли? Лезь, лезь. Что мы делаем? Что мы делаем? Ой, куда что ты? Сейчас. А ну, святы. Ой, а что ж тут делать? Я не пойму, куда идти? Ой, блядь, я бы... Куда? Вон проход. В мою хату? Если ты хочешь туда попасть. А если я провалюсь? А ну. Так, подожди. А ну, святы по мне. Ой, кто там, блядь, твою мать. Я подумал, че бомжи, че черти кто. Так, а ну. Ты знаешь, а куда она? А ну, да, присвети вот туда. А что, на стену какую-то подпирает? Походу, да. Да ты что? Да не может быть. Не, вот она... Вот она отсюда идет. И туда, да? Ну да, она приварена. Приварена? Угу. Ну туда забита. Ага, уголок, и она приварена. Что, стена падает, че что? Господи помилуй, а ну тут цветы. Так, сейчас я буду пере... Ты думаешь? Видишь, более новый кирпич, чем вот старый. Ну да, вот этот кусок, да? Ага. А-а-а. Вот это про него писали, что он в заявлении, я читал, что тут как-то развалилось что-то было. А ну давай сюда залезем. Блять. Ой, ёб твою мать. Ой. Ой, Егор, ё-моё. За провода не хватает, это мало ли. Ага. Так, а ну свети. Ой, я боюсь, Егор. Что, прыгать, да? Все провалимся. Так, ой, свети. Свети. А, вот. Ой, ты шо, где? Шо? А что ты сказал? Бетон тяжелый. Вот, видишь? А, ну то бетон, да. Так, спускайся. Спускайся и свети сюда. Пошли. Ой, блядь. Так, где же моя квартира? Ну, вот это она где-то тут. Ой, блин, что тут такое? Ой, блин. Ой. Ой. Что, что, что? Газета 97-го года. Тут голубятня. Ой, дохлый голубь. Боже мой, на моей крыше. Слушай, а что они тут валяются? Антенны. Я боюсь даже туда идти. Ну, пошли, ладно. Мастер, мама, да? Ой! Ой, бляха, мух. Ой! 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 Ой, блядь! Голуби! Мы в соседнем подъезде. Соседний подъезд. Ой, слушай, как страшно. А что тут голуби делают, я не пойму. Херовно. Все равно чики-трипера. Ну, как понять, что это за лаги, что это за... Непонятно что, понимаешь? Ну, крыша не дырявая, да? Крыша нормальная. Там над моей квартирой вообще там темно, ничего нет. Видно вот эти слуховые окна. Это мы с тобой знаешь, где находимся? Вот это, походу, отопление, наверное. Ну да, это отопление. Ты, наверное, воду. А это что такое? Там какой-то водосборник, там внутри. Какие трусы чистишь. Смотри, какая бочка здоровья. Что это за бред? Водосборник. А, это знаешь, это может отопление подается отсюда? Может. Да? Циркуляция. Слушай, какой-то бред. Я не знаю. Что это за... А тут, слышишь, а там мужик, бачишь, який виходит? А там они какие-то разные все. Ну, я так понял, то чи хозяин, чи кто, я кажу, воскрешенец. А он говорит, что это... Он говорит, дранка? Он вообще не понял, что такое дранка. Он дранка? Вот видишь, бак тоже, водосборник. Ага, тоже. Чи на каждый... Наверху тоже. Где? Ага, и тоже там бачок. А что это за баки? Кошмар. Так. Подожди. Ой, подожди. Блядь, штаны спадают. Господи.
перекрыли, гидроизоляция лежит, по-моему. Ага. А ты что, строительством занимаешься? Нет. Нет? Не здесь ты, блядь. Подожди. Как же его перепрыгнуть? Ой, сейчас раздавлюсь. Ой. Кошмар. Надо вылазить, ну его нахер. Ой, кошмар. Ой. Квартира открыта, блядь. Заходи. Ой, смотри, на одной этой держится. Вот это очень аварийное. А как же слазать? Ой, слушай, я боюсь. Ты бы затянул сюда. Так, ага, есть. Давай. Давай телефон и разворачивайся теперь ты. Все, 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 я слез. Ой, ёб твою мать. Ой, фу. Ой, кошмар. Опасная такая лестница, крутая. Блин. Ну, в общем, понятно, что там какая-то херня на потолке. Ну, крыша не течет. Крыша не течет. Засратый весь, вообще ужас. Так. Фу. Егора, у меня никогда в жизни не было Егора, вот, ну, даже просто друга вот не было. Или даже знакомого вот не было, не то что друга. Не, ну сделал ты классно, молодец. Потому что вот этот шнур, ну, чтобы мы решили, чтобы не разбивать вот эту, потому что, ну, смысла нема, что... Ну, на первое время... Да, просто вот шнур сюда запитали и питание пустили вот туда за... То есть пустил не Егора, не... То есть пустили, пустили... Это, ну, правильно, потому что шнур в противном случае включался в розетку, а там вот шел через всю эту и туда. Это бред. Вот, сразу стало больше места, я хочу сказать, что вот в этой кухне. Вот так все-таки лучше. Ты заходишь, нет этого горба, знаешь, он как бы, ну, ворует пространство. Вот так хорошо людям сесть поесть, если семья, допустим, 2-3 человека. Прекрасно. То кресло я выкину. А вот это все красивенько. Еще надо. Сюда, чтобы вокруг сели. Там, ну да, там. Можно отодвинуть, да, правильно, абсолютно. Отодвинуть, тут гости пришли, отодвинули, ну, уже 4 человека спокойно. И это все, это надо тоже лампочки, да, мне купить? Да. Ну, какие-то такие странные светильники, я такой вообще не люблю, вот такой. Это не мое, то есть, а. Какой-то бред такой, даже для квартирантов такое что-то. Ну хорошо, вообще спасибо тебе, Егор, большое. Все, счетчик, все. Надо сейчас счета на себя переделать. Я представь, еще газ не переделал, вот уже скоро. Просто казалось, счета поменять. Ну что там такого? Надо справка, составе семьи там еще все. Так, ну что, пойдем, да? Пошли кофе пить. Ой, эти новостройки, ребята, Коля смотрит квартиру, боже. Там ЖК Батум, как называется, Баку. Такие коридоры, ну прикольно, конечно, так внутри. И запаха такого нету, как я боялся, что формальдегидом. Я его запах знаю. Эти ремонты тут люди делают. Мне нравится, что такие большие коридоры, так квартиры интересно расположены, да, необычно. Я такого никогда не видел, смотрите. Там Коля общается с покупателем, продавцом. Не, я вам скажу, смотрите, недурно. Ой, гляньте как. Свой подъезд, представляете, в подъезде ты выходишь на такой балкон. Ой, класс, смотрите, мне нравится. Вот ворота, заезд с одной стороны, поэтому заезд с той стороны там. Ну, неплохо, я вам скажу. Да я пришел посмотреть. Тоже с Колей за компанию. Неплохо. Потолки, свет, оно само включается автоматически. Теплый подъезд. Оказывается, что инвестиции были из Азербайджана, поэтому называется Баку.
И планировали еще они делать лифты шикарные. Могилев делает, по-моему, Беларусь. Вот. Да. Могилев, лифтмаш. Видите? Лифты тут можно по... В общем, смотрите, сколько лифтов. И так вот по кругу можно ходить. Это Коля смотрит квартиру. Квартиры сейчас строят вообще пусто. Тоже газ. Газ-бетон внутри, я так понял. Тут можно заходить, делать ремонт и жить. Но мне единственное... Коля, я здесь. Единственное, что пугает. Смотрю. Это вентиляция, по-моему. Единственное, что меня пугает, что это, знаете, люди будут ремонт делать очень долго. Коробочки, коробочки. Мне надо коробочка просто для, надо для котиков. Что это? А? Что это? Фу! Это говно, кто-то насрал, блядь. Фу! Фу, блядь! Боже мой! Боже мой! Сука, блядь! Засохшее говно! Ой! Ой! Ой, господи, помилуй! Это строители конченые есть такие. Фу, в коробку. Срочно. Фух, как я мог. Ну как так можно? Падаю. Вы видели, что это? Я думал, то какая-то как порода какая-то, как камень какой-то свернулся. Только... Ой. Я просто опустила сейчас на нее цену.